Я хочу сказать огромное спасибо всем врачам, санитарам, работникам хозяйственных служб, в общем, всем тем людям, которые обеспечивают бесперебойную работу поликлиник и больниц. Спасибо вам огромное. Прямо сейчас вы боретесь за жизни людей, сражаетесь с этим вирусом, и прямо сейчас вы делаете самую важную работу на Земле. Пока все мы сидим дома и думаем, чем бы нам заняться, какие еще онлайн-курсы посмотреть, что почитать. Вам некогда об этом думать. Вы делаете самую необходимую и важную работу прямо сейчас. И от вас зависит практически все. Поэтому спасибо вам огромное, и дай вам Бог сил, терпения и здоровья.